Сейчас я хочу немножечко отступить от своих стихов. Наверное, вы, знаете, сложно слушать долго одного автора в одной манере, может быть, исполняющего свои произведения, хоть они и разные. И напоминаю о том, что вчера был Всемирный день поэзии, я хочу, чтобы сегодня с этой сцены нашей импровизированной прозвучали не только мои стихи, а я хочу, чтобы вы услышали таких замечательных поэтов, как Саша Черный, Анна Ахматова и, конечно же, Марина Цветаева. Подарит нам встречу с их произведениями Светлана Тончаковская. Прошу. Начнем, пожалуй, с Саши Черного. Стихотворение называется «Больному». Есть горячее солнце, наивные дети, драгоценная радость мелодий и книг. Если нет, то ведь были на свете и Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Грик. Есть незримое творчество в каждом мгновении, в умном слове, в улыбке, в сиянии глаз. Будь творцом, созидай золотые мгновения, в каждом дне есть раздумье и пряный экстаз. Бесконечно позорно в припадке печали добровольно исчезнуть, как тень на стекле. Разве новые встречи уже отсияли? Разве только собаки живут на земле? Если сам я угрюм, как голландская сажа, улыбнись на сравнение мое. Этот черный румянец — налет от дренажа. Эта муза меня подняла на копье. Подожди, я сживусь со своим новосельем, как весенний скворец запою на копье. Оглушу твои уши цыганским весельем. Дай лишь срок разобраться в проклятом тряпье. Оставайся, так мало здесь чутких и честных. Оставайся, лишь в них оправдание земли. Адресов я не знаю, ищи неизвестных, как и ты, неподвижно лежащих в пыли. Если лучшие будут бросаться в пролеты, скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц. Полюби безотчетную радость полета, распахни свою душу до полных границ. Будь женой или мужем, сестрой или братом, акушеркой, художником, нянькой, врачом, отдавай. И, дрожа, не тянись за возвратом. Все сердца открываются этим ключом. Есть еще острова одиночества мысли. Будь умен и не бойся на них отдыхать. Там обрывы над темной водою нависли. Можешь думать и камушки в воду бросать. А вопросы не знают ответа. Налетят, разожгут и умчатся, как корь. Соломон нам оставил два мудрых совета. Убегай от тоски и с глупцами не спорь. Стихотворение Анны Андреевны Ахматовой, которое посвящено творчеству, основному делу ее жизни, конечно же. Стихам. Последнее стихотворение. Одно, словно кем-то встревоженный гром, с дыханием жизни врывается в дом, смеется, у горла трепещет, и кружится, и рукоплещет. Другое, в полночь не родясь в тишине, не знаю откуда, крадется ко мне, из зеркала смотрит пустого, и что-то бормочет сурово. А есть и такие, средь белого дня, как будто почти что не видя меня, струятся по белой бумаге, как чистый источник во враге. А вот еще тайное бродит вокруг, ни звук и ни цвет, ни цвет и ни звук, граница меняется, вьется, а в руки живым не дается. Но это по капельке выпила кровь, как и в юности злая девчонка любовь. И мне, не сказавши ни слова, безмолвием сделалось снова. И я не знавала жесточей беды. Ушло, и его протянулись следы,
какому-то крайнему краю. А я без него умираю. Ну и Марина Цветаева, обнимаю тебя кругозором гор, гранитной короною скал. Занимаю тебя разговором, чтобы легче дышал, крепче спал. Феодального замка боками, молодыми руками плюща. Знаешь, плющ, обнимающий камень, 104 руки у ручья. Но не жимолость я и не плющ я. Даже ты, что руки мне родней, не расплющен, а вольно отпущен на все стороны мысли моей. Кругом сада и кругом колодца, куда камень придет седым, круговой порукой сиротства, одиночеством круглым моим. Так вплелась в мои русые пряди ни одна серебристая прядь. И рекой, разошедшейся надве, чтобы остров создать и обнять, всей Савойей и всем Пьемонтом, и немножко хребет надломя, обнимаю тебя горизонтом голубым и руками двумя. Такие замечательные стихи прозвучали в исполнении Светланы Тамчаковской, нашего сегодняшнего фотографа, и также прекрасного человека, который понимает и ценит поэзию. Как вы могли заметить, у каждого поэта, у каждого настоящего поэта свой голос узнаваемый. И, конечно, мы не спутаем Маяковского с Есениным, от Цветаева вообще ни с кем не спутать. И, наверное, сейчас о творчестве немножечко.